Я не знаю, что ты говоришь. Прямо вот пешком со стороны. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на ежегодном мероприятии. Мероприятие памяти петербургского фехтмейстера 19 века Ивана Сивербрика. Мы очень рады вас всех вас здесь видеть. Очень удивлены, что столько много интересующихся людей пришло. Добро пожаловать. Ну что, а теперь я тогда с удовольствием передаю слово инструктору нашей фехтовальной студии Галине Васильевне Рубцовой, которая активно занимается развитием направления классического фехтования в нашей студии. Прошу. Классическое фехтование начало развиваться где-то с конца 15 века. И этому были свои причины. Сказать про классическое фехтование, что это именно вершина развития науки фехтования как таковой, и подразумевает очень точные и своевременные движения. И чем же он нам так интересен? Тем, что он, ну, во-первых, написал учебник, очень даже хороший, а во-вторых, он был государственным деятелем, и он учил представителей царской семьи. Скромненько сказала. Были произведены очень большие исследования, перелопачено множество томов, множество писем было написано по всяким разным библиотекам, архивам, историческим всяким деятельным данным, собиралась информация по крупицам. И в результате вот было найдено сохранение Сивербрика, были найдены родственники Ивана Сивербрика, которые сейчас прапрапрадедушки, которые сейчас живет. Родственники, которые живут сейчас там прапрапра в новом внуке в Польше. Вот, она с ними списалась, и со звуком... Атака!
Анга! Чан Джуан за позицион. Хэмми Раун. Атак Пахфан. Атак! Анга! Атак! Анга! Атак! Анга! Атак! Анга! Салют! Анга! Анимал! Дюзьем Раун. Атак Пал Дегаджи. Дегаджи! Атак! Дегаджи! Атак! Дегаджи! Атак! Дегаджи! Атак! Дегаджи! Атак! Дегаджи! Атак! Салют! Мёртвая позиция! Хэмми Фэ! Салют! Анга! Эвкей! Али!
И пока бойцы готовятся, есть возможность задать вопросы и попить чаю. Так что, господа, несколько минут у вас есть. Значит, сейчас вашему примеру будет представлено несколько поединков. Защите с примерами судейства по правилам классического фехтования. Основные элементы этих правил касаются, прежде всего, позитурности и фразеологии. Под позитурностью понимается четкость перемещения, четкость взятия защит и четкость нанесения атак. Под фразеологией понимается приоритет атаки и фехтовальные фразы. То есть последовательность подготовительных действий перед нанесением укола. Соответственно, после блока показательных поединков будет возможность поучаствовать в мастер-классе по фехтованию на рапирах, в первую очередь. Во-вторых, есть возможность также по желанию поработать в защите в масках для желающих. Все слышали? Соответственно, подумайте на это, попробуйте, почему нет. Итак, приступаем. ЭВП. Are you okay? Али! Бой ведется до 5 очков. Туши! Али, кош! Очко бойцу справа, попадание бойца слева. Атака через ДГЖ. Счет 1-0. Are you okay? Али! Направо. Разбираем фразу. Направо. Промах пассе. Проскальзывание клинка, то есть защита. Налево. Туше. Так? Слушай, направо, а что мы слушаем?
Кончено!